Сергей, спасибо вам за возможность поговорить с вами. Я призываю всех наших читателей и зрителей подписаться на ваш телеграм-канал «Война с Ордой», как военный журналист израильский. Мой первый вопрос, собственно, связан с этой войной, которую Россия развязала на территории Украины. И на этой неделе президент Зеленский говорил, что контрнаступление скоро-скоро начнется. А в то же время Евгений Пригожин, лидер вот этой преступной группировки, которая признана в США, Вагнер, говорил, что уже контрнаступление идет. По вашим расчетам, по вашим ощущениям, это контрнаступление уже началось или она еще готовится? Ну, тут нужно вот что сказать, что контрнаступление – это процесс такой сложный, масштабный и очень многослойный, состоящий из разных этапов. Сейчас идет к нему подготовка, это совершенно очевидно. Да? Наступления сейчас не проходят в том формате, когда мы не проходили, там, скажем, в период, я не знаю, Второй мировой войны, когда там концентрируются войска, проводится артподготовка, потом начинается там наступление и так далее. Сейчас вот мы наблюдаем все усиливающиеся и увеличивающиеся вот по географии удары украинских беспилотников по различным там объектам российской логистики, по их транспортной инфраструктуре, там в диапазоне от Белгорода и уже, в общем, до совершенно других мест там в глубине Российской Федерации. И кроме этого мы наблюдаем очень такой сильный информационный такой шум, такую помеху информационную, которую создают украинцы для того, чтобы вот противник, в данном случае Россия, да, не могла определить самое главное. Это когда и где будет нанесен этот удар. Я вот совершенно глубоко убежден в том, что ударов будет несколько, на нескольких направлениях. Там один будет или два отвлекающие, один будет основной. Потом, опять же, из военной науки хорошо известно, что очень часто бывает в ходе вот развития боевых действий, что основной удар становится отвлекающим, а отвлекающий основным, в зависимости от того, как пошли дела там на том или ином направлении и так далее. Поэтому вот если все эти факторы принять во внимание, то можно, да, сказать, что оно уже началось, но оно еще не вступило в свою решающую фазу. То есть основная масса украинских войск еще пока никуда не двинулась. Очень много разговоров о том, готова ли Украина к этой контрнаступлению. Там есть весь необходимый перечень и вооружений, и боеприпасов, и так далее. Из тех источников, которые у нас есть на данный момент, из все, что говорили и высокие чины, и за рубежом, и в Украине, с вашей точки зрения, это достаточно средств у Украины сейчас, чтобы освободить как можно больше своей территории? Ну, на войне никогда не бывает достаточно, давайте так скажем, да. Никогда никакая армия там самой богатой страны, там, не знаю, в диапазоне от американской там до там израильской, например, не бывает на 100% готова к каким-то действиям. Это невозможно физически. Нет вот этой планки готовности верхней, да, нет предела у готовности. Там, то есть можно постоянно к этому стремиться. Ну, вот приведу вам такой пример, то есть там условно взять там танковый экипаж. Вот его можно готовить 2 месяца интенсивно, и он будет готов. А можно готовить 3 месяца, и он будет лучше готов. А можно полгода, он будет еще лучше готов. А можно, как в Израиле, год, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот как бы предела тут совершенства нет совершенно. По поводу техники трудно сказать, потому что, опять же, вот в рамках вот этой вот сильнейшей такой информационной войны украинцы, забивая эфир всякими там сообщениями, постоянно туда вываливают огромное количество информации об этой технике. Понятно, что западная техника уже в Украине, совершенно невозможно понять, в каких количествах. Речь идет, понятное дело, опять же, о сотнях единиц там боевых машин, артиллерии и так далее, которые, собственно, вот поставил Запад в Украину. Украинцы говорят, что мало, Запад говорит, что поставили все, что просили. Это все, как вот я это себе вижу, тоже делается в рамках вот этой вот этого вала дезинформации, который специально вываливается, да, в информационное пространство с тем, чтобы россияне не могли там разобраться, что же там на самом деле происходит. И что касается как бы количество людей, например, опять же, толком непонятно. Можно так примерно прикинуть, сколько Украина подготовила для этого наступления. Вот, я что-то пытался считать количество бригад таких, количество бригад сяких. У меня выходило там порядка 100 тысяч человек. И очень важный момент, ну, как бы, наверное, один из самых важных, это
какие, собственно, цели ставятся перед этим наступлением. И вот, исходя из этих целей, можно было бы оценить степень готовности, но мы, опять же, не знаем, какие цели поставило украинское командование перед войсками, ну, а, соответственно, украинское руководство политическое перед командованием. Поэтому все это мы поймем, когда это вот событие уже начнет развиваться. По поводу инфошума, довольно высоко подняты ставки, ожидания очень большие и у украинского народа, и у других партнеров. Я не буду скрывать, и в Молдове многие ожидают вот этого контрнаступления и скорейшего освобождения территории Украины. В случае, не могу сказать провалов, но не такой уж хорошей удачи на фронтах. Не успеха. Есть у Украины еще ресурсы для, не знаю, еще одного контрудара, еще двух контрударов, с вашей точки зрения? Опять же, вот из того, что мы видим в открытых источниках, на этот вопрос крайне сложно ответить. И опять же, потому что мы не знаем, каковы цели. Я, например, глубоко убежден, еще раз повторю, что Украина в результате этого наступления и не может выйти на границы 91 года и полностью освободить свою территорию. Это ну просто невозможно, потому что это чересчур масштабная задача, и протяженность линии фронта, и объем этих, и там площадь этих оккупированных территорий, она гигантская буквально. Поэтому, как я это себе вижу, Украина сейчас должна добиться каких-то решительных успехов, чтобы, с одной стороны, изменить конфигурацию фронта в свою пользу, ну, к примеру, там, прорваться к побережью Азовского моря, например. Это драматическим совершенно образом скажется на положении российских войск. Может быть, там, нанести им какое-то тяжелое поражение, тяжелые потери, и заодно продемонстрировать своим западным партнерам, что вот мы боеспособны, мы все можем, вот мы вашу технику, там ресурсы, которые нам поставили, использовали вообще как надо. Давайте вот, значит, подготовим нас еще к одному следующему наступлению, в ходе которого мы уже вот как бы закончим эту историю, там, насколько это будет возможно. То есть это наступление при его успехе должно создать такое вот, как сказать, предпосылки для уже окончательного завершения войны, победой для Украины, как я надеюсь. А в случае его, допустим, провала, не дай бог, если там не удастся прорваться никуда, или там линия фронта, ну, сдвинется там километров, я не знаю, на 50 на восток, там на 100 даже, может быть, что-то в этом роде, не сильно изменившись в конфигурации, то это будет проблема, потому что тогда Запад может начать подталкивать Украину к переговорам, к заморозке конфликта. Это, ну, такой очень плохой вариант для Украины, на мой взгляд. Сергей, я знаю, что прогноз это неблагодарное дело, но все-таки по вашим расчетам, сколько еще ресурсов остается у обеих сторон и по времени сколько можно растянуть еще вот этот, вот эту войну? Ну, вы начали, в общем, с того, что это неблагодарное дело. Поэтому Украина в данном случае полностью зависит от Запада. Тоже нужно это понимать. Там на 90 с лишним процентов. Поэтому если Запад будет продолжать помощь и будет эти объемы увеличивать, а пока, во всяком случае, ничего не говорит о том, что он не хочет их увеличивать или не хочет продолжать помощь, да, только что там подписали какой-то план о производстве миллиона снарядов там и так далее, то есть Запад сейчас активно разворачивает свою военную промышленность, что отчасти говорит о том, что Запад ставит все же на победу Украины в этой войне. Что касается россиян, ну, людей много, спору нет. Техники тоже много, очень старой, древней, но ее реально много. Просто там речь идет о тысячах, если не десятках тысяч единиц техники, которая хранится на базах хранения. Там, конечно, невообразимое абсолютно хламье, но тем не менее это хламье может ездить и стрелять. То есть там какие-нибудь танки Т-55, например, я не знаю, или там БТР-50, что-то в этом роде. Поэтому проблема здесь не в ресурсах, а как бы вот что ли в такой моральной готовности продолжать эту войну, да, то есть понятно, что наступает усталость, уже год и два месяца ведется вот такая полномасштабная, огромная, страшная война, какой на континенте не было уже много-много лет, ну, в смысле десятилетий даже, не то, что много лет, и поэтому тут сейчас все очень зависит от вот такого вот как бы, ну, от мотивации общества с той и с другой стороны, ну, и мы, в общем, наблюдаем, что украинское общество вполне себе мотивировано, да, оно хочет победы. Оно просто, можно сказать, требует победы. Российское общество, там непонятно, что с ним происходит, потому что там они вроде как все это поддерживают, но как так вот, вот
с дивана, к тому же система принятия решений в России, она несколько другая. То есть там нет никакой коллегиальности, там вот пока Путин решил воевать, он будет воевать. Потому что, ну, опять же, нужно понимать, что эта война, пока эта война продолжается, он жив. А он жив, пока эта война продолжается. Поэтому он тут будет воевать до последнего вообще солдата, пока там эти солдаты начнут разбегаться. Кстати, я вот забыл сказать, что есть еще один такой вариант, но он такой не самый вероятный, что в случае такого прям быстрого и успешного развития украинского наступления у россиян может повториться история 1916 года, когда их армия начнет рассыпаться и бежать. Ну, то, что называется каскадный обвал фронта, когда у них начнет рассыпаться фронт там на разных направлениях, и они побегут. Это было бы идеальным завершением, так сказать, этого наступления, но поскольку умные военные, а к таковым я отношу генерала Залужного там, и его окружение, они всегда планируют операции, исходя из наихудшего варианта развития событий, что будет сильное сопротивление, будут там держаться до последнего, будут обороняться ожесточенно и так далее, и так далее. Поэтому если вот так случится, что побегут, это хорошо, но рассчитывать на это, конечно, нельзя. Сергей, хотел отодвинуть наш разговор к Республике Молдова. Вот после полномасштабного вторжения России в Украину у нас заговорили об реформировании армии в нашей стране. То есть 30 лет никто об этом не задумался, а вот сейчас уже начали задуматься. Что говорит военная наука? Как можно реформировать армию вот в такой стране маленькой, с маленьким бюджетом, как Республика Молдова, и с чего надо начинать? Ну, во-первых, задуматься об этом надо было в 2014 году еще, по идее, да, а еще лучше после приднестровских событий. Ну, уже ладно, как бы, что сделано, то сделано. Начинать надо, как обычно, с теории, с плана. То есть нужно для начала разговора определить угрозы, которые вот есть у Молдовы, да, что ей, собственно, угрожает. Потому что у каждой страны свои угрозы и свои вызовы, и каждая страна, по идее, должна строить свои вооруженные силы, исходя вот из этих угроз и вызовов. А это одни угрозы у Бельгии, другие угрозы у Израиля. И понятно, что бельгийская армия строится там по одному принципу, при этом Бельгия входит в НАТО, соответственно, на нее еще распространяется вот этот натовский, так сказать, зонтик. Израиль не входит в НАТО, у Израиля другие угрозы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому нужна для начала разговора военная доктрина, которая должна четко прописать, кто ваш враг, как он может напасть, где он может напасть, каковы угрозы и так далее. Исходя из этого, нужно начинать строительство вооруженных сил. Ну вот, например, у американцев, да, в США военная доктрина времен, когда еще был Советский Союз, предусматривала, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки должны быть способны вести два конфликта малой интенсивности в разных уголках планеты, плюс поддерживать глобальное противостояние в рамках холодной войны. Потом Советский Союз развалился, вот это вот фактор холодной войны, глобального противостояния исчез, и там начались у них определенные изменения. У Молдовы сейчас, как я это себе вижу, да, опять же, вам там виднее, ну, как вот мне это видится, с учетом приднестровского фактора, с учетом там разных угроз и так далее, и так далее. Вот Медведев там что-то дальше, давеча там опять разразился какой-то фигней у себя в Телеграме. То есть главная ваша угроза – это Российская Федерация, да? Это вот ее имперские устремления, которая почему-то по какому-то недосмотру рассматривает вас там как часть себя, Украину как часть себя, ну и так далее. Почему у них всех там этот имперский ген чешется постоянно. Поэтому вот, то есть у вас угрозы с Запада, по идее, нет. У вас есть угроза с Востока. Соответственно, вот, исходя из этого, и нужно строить, точнее, писать военную доктрину, а исходя из военной доктрины, строить вооруженные силы. Плюс изменились как бы вот, ну, как бы... Произошло изменение в технике ведения войн. Появились гибридные войны, да, которые можно вести не только вот средствами поражения, там, но информационно, но там с помощью своих прокси, там, ну и так далее и тому подобное. Ну, вот, это все тоже нужно учитывать во всей этой истории. Я вот недавно был в Кишиневе и общался там с народом, и я вот для себя с удивлением некоторым открыл, что там полно народу, которые симпатизируют России, поддерживают ее вот в этой войне там и так далее, и вот прямо вот они прям ждут прихода Российской Федерации. Это, на мой взгляд, большая ошибка, я вам должен сказать, что если Российская Федерация к вам, не дай бог, придет, то это будет вообще кошмар и катастрофа, как, собственно, мы сейчас все в Украине и наблюдаем, да, русский мир с собой не несет ничего,
кроме ужаса, смерти и разрушений. И из чего исходят эти люди, я не знаю. Но, опять же, меня это и не касается. Это ваши внутренние дела. Поэтому, в общем, как вот я вам смог, объяснил примерно, как это должно выглядеть. То есть сначала идея, да, какая угроза, потом план, как мы будем от этой угрозы защищаться. Исходя из плана, уже строим вооруженные силы. В идеале по деньгам и по времени, сколько это может стоить и сколько времени это может стоить? По деньгам вообще прям не могу сказать, но могу сказать только, что армия – это чрезвычайно затратная вещь. Вот, это стоит очень дорого. Вот. Хорошая армия, профессиональная там, или какая-то другая, стоит очень дорого. Просто бешеных денег стоит буквально. Это нужно понимать. По времени, опять же, как это быстро все произойдет. То есть это нужно начинать-то было даже не сейчас, а позавчера еще примерно. Вот. Но лучше это начинать сейчас, а то потом может быть уже и поздно совсем. Вот, поэтому я просто не очень в курсе, в каком состоянии молдавская армия, подозреваю, что не в самом лучшем, вот, и поэтому там, исходя опять же из опыта той же войны в Украине, понятно, что, чем нужно заниматься, да, что нужно делать, там ПВО, авиацию развивать, там территориальную оборону выстраивать, да, там формировать какие-то новые части. Там танки, пушки, вот это вот все, снаряды производить, начинать там, да, или пытаться там производить, или там закупать, или искать какие-то истории, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот те ошибки, которые допустила Украина в ходе подготовки к этой войне, они сейчас все на виду. И вы можете их учесть, в принципе. И исходя из этого, ну и вообще самое лучшее, конечно, это вступать в НАТО, вот, чтобы на вас, так сказать, распространялся их иммунитет тоже. Я не знаю, у вас же, насколько я понимаю, это незавершенный территориальный конфликт, что, по идее, закрывает вам дорогу в НАТО, но с учетом вот изменившихся обстоятельств и той же войны в Украине, сейчас могут эти все критерии там поменять в НАТО, потому что все меняется сейчас в мире. И меняется быстро, очень динамично. Поэтому, ну, как минимум, эти разговоры-то нужно начинать вести со своими западными партнерами. Сейчас прямо вот начинать, что мы готовы вступить в НАТО, там мы хотим там помощи, мы хотим, может быть, статус основной союзник вне НАТО. Это тоже неплохая вещь такая. Вот она есть, например, у нас или в Южной Корее, да, которая позволяет получать из Соединенных Штатов такую масштабную военную помощь, не будучи в НАТО и так далее. То есть это есть разные варианты, их нужно изучать, их нужно срочно проговаривать со своими союзниками. Ждать, пока к вам кто-то придет, за ручку вас возьмет и построит вам, значит, высокопрофессиональную армию, так не бывает, к сожалению. Да, у нас кроме неразрешенного конфликта есть еще статья в Конституции, которая закреплена нейтралитет, постоянный нейтралитет. Поэтому для нас еще сложнее вступить в какой-то военный альянс. Сергей, вы уже затронули гибридную войну. Вот, скажите, пожалуйста, я видел у вас на канале, вы объясняете подробно, как проявляется вот гибридная война на территории бывших стран СНГ, Советского Союза, нынешней СНГ, и как Россия использует вот эти гибридные элементы, про которых мы даже не подозреваем, что против нас ведется вот такая война. Ну, там есть много разных способов, да. Первый – это такое информационное воздействие на население, вот государство, против которого мы ведем гибридную войну. Это на доступном языке этому населению, там, через различные разные медиа, подконтрольные Кремлю, через различные там политические партии, подконтрольные Кремлю, ну или там России условно, да, через социальные сети, это вообще страшная вещь сейчас прям образовалась с этими социальными сетями, ведутся постоянная такая вот работа по такому, ну, вбросу различных там тем, разговоров и так далее, по такому разложению информационному, условно говоря, населения той страны, против которой мы ведем эту войну. Вот, ну, в смысле, не мы, а вот Россия в данном случае. Вот. Кроме этого, там, формирование каких-то пророссийских сил обязательно на территории этого государства. Партия какая-нибудь, партия Шора, что-то я такое слышал, да, вот он у нас тут вроде в Израиле живет, такой деятель, который как раз вот по этой части был там протесты там какие-то они организовывали. Потом вот организация протестов, вот это постоянная забастовок, постоянное воздействие через экономические какие-то вещи, газ, нефть там и так далее, вот
цена повысилась, это во всем виноват Запад, там это вот Запад во всем виноват, это они спровоцировали, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там подмена понятий многочисленная и все такое прочее. И, конечно, подкуп элит. Это просто вообще первое дело. Вот то, что они пытались сделать в Украине, но там победила, так сказать, российско-украинская коррупция в этом случае, потому что Медведчук, на которого там делали большую ставку, что он там всех купит, он все деньги украл, и в итоге вот эту работу по покупке так, или подкупу элиты, она вся провалилась там с треском. Да? Хотя, ну, там полно агентуры до сих пор еще российской. Вот прям даже сейчас, после года и двух месяцев войны. Вот. Агентура, засылка агентуры различные, там всякое разное. Это могут быть не только прямые агенты, там действующие офицеры, там ФСБ, например, или службы внешней разведки. Это могут быть там просто пророссийски настроенные люди, да, которые можно вербовать, там платить им какие-то деньги, например, там, или еще где есть такие, которые за идею готовы это делать. Вот, которые бы тоже занимались там какими-то вот такими вещами. Плюс, конечно, прокси. Различные прокси. Ну, у вас там с прокси несколько другая история, но у вас вот этот вот анклав в Приднестровье, который есть, вот это отличный способ как бы оттуда пытаться каким-то образом воздействовать. Тем более, насколько я помню, у вас с ними сообщение свободное, да? То есть народ туда-сюда может перемещаться вообще без всяких проблем. Ну, вот как-то так. Но кроме гибридного элемента, на данный момент Приднестровье играет какую-то военную роль в этой логике агрессии России или уже меньше, чем, вот, например, год назад? Да я не вижу особой логики вообще в этой агрессии, прямо скажем. Да, это совершенно было. Это, наверное, первый военный конфликт вообще в истории или там за последние, да, лет 200, причиной которому стал вот чистейший идиотизм, вот буквально. То есть не нужно было начинать эту войну, потому что не было для нее ни малейшей причины, в принципе. Ну вот как бы... Одному маленькому и закомплексованному человечку захотелось повоевать. И вот что, значит, мы получили в результате какой-то ужас. Приднестровье, как сказать, с военной точки зрения, насколько я понимаю, те вооруженные силы, которые там есть, что Приднестровской республики, что российский там контингент, они маленькие. Там буквально их совсем немного, и вряд ли они способны там что-то такое вот совершить, кроме, может быть, каких-то диверсий, не знаю, что-нибудь в этом роде. И то, я так понимаю, они сейчас в этом сильно не заинтересованы, потому что они фактически от России-то отрезаны. Ну, вот с той стороны у них украинская армия, которая там тоже прямо, скажем, вообще только попросите, поможет там с Приднестровьем вопросы решить. А с той стороны, значит, Молдавск. Поэтому в этом смысле, я полагаю, там ничего не угрожает. Была опасность, если бы они сумели вот в начале вторжения через Николаев и Одессу дойти до Приднестровья, то есть пробить вот этот пресловутый сухопутный коридор, вот это была бы проблема, конечно, жуткая абсолютно, и для вас в том числе. Но у них это не получилось и уже не получится никогда. Все, этот вопрос закрыт сейчас полностью. Сергей, кстати, про гибридных войн, опять же, я хотел чуть-чуть вернуться. Вы знаете, в Молдавии есть православная церковь, которая подчиняется Московскому патриархату. По вашим расчетам, по то, как вы вот понимаете вот эти проблемы религиозные, использует ли Москва вот эту ветвь для того, чтобы внедрить свою политику на территорию Молдовы или нет? Ну, например, они все используют. Они все используют, конечно. Церковь Московского патриархата – это такой плюс-минус филиал ФСБ там или не знаю чего еще, администрации президента российского, через который тоже все вот эти вот нарративы, вещи там, слухи, информация, все это тоже закачивается. Люди туда ходят, люди там слушают священнослужителей. Я просто вообще не по этой части, если честно, я там с религией никак не связан. Ну вот, но я полагаю, что да, используют, потому что это просто отличный и очень, как сказать, массовый инструмент влияния. Поэтому, безусловно, они это используют. Что, в конце концов, осознали в Украине, и вот начались все вот эти вот вещи, да, с тем, что они стали там от этой церкви всячески отпочковываться. Потому что это понятно, что это вот такой, да, инструмент. И последний вопрос. После каждой войны всегда писалось очень много книг по стратегии, по политические какие-то видения. С вашей точки зрения, про что будут книги, вот после окончания российско-украинской войны? Ой, ну их будет множество великое.
начиная от воспоминаний участников, они уже есть. В общем, я вот сейчас читаю на украинском книгу, она состоит из таких новелл, написанных украинскими журналистами, которые вот там побывали на освобожденных территориях, как это все начиналось там и так далее, и так далее. Вот. До таких каких-то теоретических выкладок, которые будут изучать в различных там академиях военных различных стран, в Израиле сейчас активным образом изучают, например, опыт украинской войны, потому что он показал, что все может быть совершенно по-другому, не так, как мы все планировали. Всегда все идет не так, как планируешь, а вот тут прям все пошло вообще не так. И поэтому подход к войне будет меняться, там подход к вооружениям будет меняться, да, но многие годы никто уже вообще не делал ставку, например, там, условно, на артиллерию. Оказалось, что вот в конфликте такой интенсивности артиллерия, как во Вторую мировую, по-прежнему играет такую главенствующую роль. Там, про танки уже начали забывать, оказалось, что нужно, ну и так далее. Поэтому будет написано множество различных трудов на эту тему, но это все будет после войны, когда она уже наконец закончится. И за кого будет победа? Я не могу сказать, но тут дело в том, что для Украины-то это вопрос выживания. Поражение Украины в этой войне означало бы ее исчезновение, как государства и как народа. Поэтому у украинцев в этом смысле выбора нет никакого абсолютно, вот буквально. А для Запада? И для Запада, я полагаю, что поражение России – это прекрасный результат. Запад хочет этого, и Запад на это сделал ставку, это стало очевидно. Потому что понятно, что в начале конфликта была такая растерянность со стороны Запада. Они там помогали Украине так очень дозированно, да, выжидая, чем это все закончится. Но когда стало понятно, что Украина не проиграла в первые там 3 месяца конфликта, имеется в виду после начала полномасштабного вторжения, конфликта длится с 14-го, вот, Украина не проиграла, и Украина там удержала столицу и так далее, отбросила от нее российские войска и все такое прочее, то Запад понял, что нужно делать ставку на победу. Вот сейчас можно вот этого монстра, да, загнать обратно и уже оттуда не выпускать. Поэтому началась, да, политика изоляции, санкций и вооружения Украины с тем, чтобы она вот одержала в этой войне победу. Западу, безусловно, нужно нанести России серьезное, тяжелое военное поражение, военный потенциал России вот обнулить буквально, после чего выключить ее из субъектов мировой политики. Все. Вот больше ее там не будет. Она будет вассалом Китая там или будет влачить там какое-то жалкое существование в своих границах, да, но никакого участия в мировой политике она больше принимать не будет. Это вот будет результатом этой войны. Вот помяните мое слово. Спасибо вам. С нами был Сергей Ауслендер, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ар-2». Спасибо вам, Сергей, и всего доброго. До свидания.